Поклялись служить закону и защищать права граждан. В адвокатской палате Белгородской области сегодня принимали присягу претенденты, успешно сдавшие квалификационный экзамен. Наталья Рединская продолжит. Ряды служителей Фемиды пополнили 4 адвоката. Среди них Мария Бажинова, выпускница юридического факультета МГУ. Она представитель фамильной адвокатской династии. Ее дедушка Александр Бажинов – заслуженный юрист России. Родители – основатели адвокатского бюро «Бажинов и партнеры». Маша признается, принятие присяги для нее – особая честь. Очень важный и значимый день для меня. Я очень горда тем, что я сдала этот экзамен, получила статус адвоката. Буду применять на практике все полученные мною знания, так как, я считаю, на мне лежит большая ответственность, потому что я уже в третьем поколении являюсь юристом и адвокатом. В адвокатской среде принятие присяги, как для врачей, клятва Гиппократа. Это клятва, которую дают стажеры, успешно сдавшие квалификационный экзамен, и присягают на верность адвокатскому долгу, на верность идеалам адвокатуры. Поклявшись верно служить закону, претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской палаты. Отныне его обязанность – защищать права, свободы, интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и адвокатской этикой. Наталья Рединская, Дмитрий Боев. Новости мира Белогорья.